Сегодня завершается прием документов о регистрации инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Те из них, которые будут зарегистрированы, начнут сбор подписей 7 ноября. Напомним, чтобы стать кандидатом, нужно не менее 100 тысяч подписей. Выборы президента назначены на 26 января 2025. Александр Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета. Президент выразил уверенность в том, что проверенные временем традиции факультета будут продолжены в успехах его преподавателей, студентов и выпускников. Глава государства отметил, что высокие стандарты качества образования будут способствовать развитию медийной отрасли и служить интересам Беларуси. На улицах Бобруйска можно увидеть логотипы президентской кампании 2025. Он представляет собой контур государственной границы Беларуси с нанесенным на нем государственным гербом и государственным флагом. Справа от контура на флаге расположена надпись «Выборы президента Республики Беларусь» и дата выборов. В выходные на Максима Горького проезжая часть вдоль 41-го дома пройдет сельхозярмарка. Ассортимент порадует большим выбором мясных и рыбных продуктов, а также пчеловодства. Приятно удивят цены на сельхозтовары. К примеру, стоимость картофеля за кило от 70 копеек, яблоки от рубля 88 копеек. В продаже будут и саженцы плодовых деревьев, кустарников и декоративных растений. Растением 2025-го в Беларуси станет василек синий. Победителя выбирали с помощью онлайн-голосования, в котором мог участвовать любой желающий. Ближайшими конкурентами стали чебрец и вереск. Растения года выбирают, чтобы привлечь внимание людей к дикорастущим растениям Беларуси, их проблемам и необходимости сохранения мест произрастания.